Передовики в направлении здоровья и безопасность. Детскому саду номер 378 промышленного района Самары жребий выпал выступать первыми. Конкурс «Детский сад года образца 2015-го» – волнительное испытание для коллектива. «Нам есть чем гордиться», – уверенно заявляют в дошкольном учреждении. Это единственный детский сад, который занимается фитнес-аэробикой в детском саду, создает команды. У нас есть программа, в которой мы работаем. Детский сад – первая ступень ребенка на пути к взрослению. Малыши должны не просто чувствовать себя в своей тарелке, но еще и развиваться умственно и физически. Ежегодно дошкольные заведения Самары представляют новые технологии и методики обучения детей. Но как бы ни менялось время, непреложные истины сохраняются веками. Дети стали другими. И молодые родители, они уже другие. Поэтому, конечно, все требует коррекции. Но в основе воспитания всегда, наверное, ну, одно золотое правило. Будь внимателен к ребенку, люби его и делай так, как ты делал бы, так сказать, для себя. 7 из 13 лучших детских садов Самары отправятся защищать честь города на финальный областной этап конкурса. Итоги подведут в середине декабря. Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События.